Так, внимание всем. Машина 2006 года выпуска, ВАЗ-2113. Была недавно куплена в одного молодого человека. И меня, короче, убивал вопрос, зачем, блядь, здесь стоит розетка, короче, вот такая вот штука. Вот. И сегодня, поковырявшись немного в салоне, я нашел вилки, аж две штуки. Вот одна такая, белая, вторая вот такая. Итак, попробуем воткнуть эту вилку в розетку. Опа! Тыкаем наоборот. Опа! Вот эта система, короче. Вторую пробуем. Вторую. Втыкаем в розетку вилку. Опа! Меняем полярность. Здесь пожестче поднимается. Короче, такую систему я первый раз вижу. Нормальная тема, короче. Чувак нормально, короче, придумал нормальную штуку, короче. Вот это отечественный автопром, короче. Четко все. Мне нравится.